уважаемые тимиртаусцы и гости города! 77-ю годовщину Тимиртау отметит рядом мероприятий. 1 октября с 10:30 в честь празднования Дня города от Парка культуры и отдыха будет организован массовый забег под традиционным названием «Эко-кросс» с участием жителей города. Также в парке состоится открытие фестиваля спорта. В этот же день в 15 часов в парке Старого города состоится праздничное мероприятие «Туган Кунимин Суекта Калам». В программе празднования концерт с участием артистов концертного объединения имени Калибайжанова и развлекательная программа «Информационный бульвар. Мой любимый город». Главным событием празднования 1 октября в 19:00 станет праздничное мероприятие «Тимиртау Гомур Баяным» в сквере Берлек за историко-культурным центром первого президента, в программе которой церемония награждения лиц, внесших особый вклад в развитие города, чествование почетных граждан. Праздничная программа с участием лучших творческих коллективов нашего города и артистов концертного объединения имени Кали Байжанова: Гульмира Серекказа, Камшат Насырова, Айдар Капасов, Людмила Пропищан, Асель Карабаева, Ксения Николаева и лауреаты республиканских и международных фестивалей и конкурсов Айри. Завершением программы станет праздничный фейерверк. Тебе наш город, мы верны.